Но в целом с казахстанско-кыргызской границы возвратили 105 тонн продукции, не прошедшей фитосанитарный контроль. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства нашей республики. По одному факту обнаружен карантинный объект «Червец Комстока». Еще по двум фактам наложили штраф размером 68 тысяч тенге. Но отмечу, что с 10 октября на границе также усилен и ветеринарный надзор. На 6 пограничных постах задействовано 32 инспектора. Кроме того, повышен надзор по выявлению ввозимых из Кыргызстана запрещенных и загрязняющих веществ. Сейчас в списке имеющих право поставлять свою продукцию в Казахстан 25 кыргызских предприятий. 5 молокоперерабатывающим заводам запретили поставлять продукцию в нашу страну.